Ну, в отпуске связались с руководством Волги. Вот, до этого был какой-то интерес. Вот. До этого когда? Ну, весной вроде. Там, через агентов там, созванивались, что-то спрашивали. Вот. Поэтому долго не думал. Позвонили, связались и приехал на тренировку. Вот все, так и оказался в Волге. Вот. Пока все нравится. Единственное, немножко тяжеловато входить в тренировочный процесс. Ну, сборы и сборы, поэтому работаем. Здесь друзья играют, Илья Кухарчук, вот, поэтому все хорошо. Вернулся в коллектив, вроде хорошо. В том году, да, два раза сыграли. Вот первую игру не очень хочется вспоминать, потому что... 6-0. Да, совершенно верно, после первого тайма у нас даже уже 5-0, по-моему, проигрывали. Вот. Поэтому не очень хочется вспоминать эту игру. Вот, вторую игру с удовольствием вспомню, потому что мы выиграли 2-1. Вот. А вообще команда мне очень нравится, играет в атакующий футбол. Вот, постоянно атакуют. Поэтому хорошая команда. Для меня лично, я надеюсь, это шаг вперед, потому что и знаю, что у меня был еще интерес от футбольного клуба «Енисей». Вот, поэтому выбирал между этими двумя командами. Вот, особо долго не раздумывал, еще раз говорю, что... Поступило предложение, и я сразу его принял. Ну, вижу перспективу, я надеюсь, громкими фразами кидаться не буду. Вот, я надеюсь, что хочется попасть в этом году хотя бы в стыковые матчи.